Кто там стучит-то за окном, а? Опять сосед новый. Каждую неделю новый сосед ходит там опять. Гуляет ночью, вечеринки всякие ночью будет проводить. Шуметь. Опять ментуру вызывать. Ладно, ладно, посмотрим, кто это такое. Пускай ходит себе там, главное, чтобы не мешало. Открывай, сосед! Сосед! Ты еще кто такой? Чё тебе надо? Открой дверь! Ну? И кто ты? Чё тебе надо? Я твой новый сосед. А ты что, не русский, что ли? Не русский. Мне пофиг, что ты мой новый сосед. Лайки есть у тебя, а? Да, лайки приехали. Без лайков не пущу. Да лайки приехали. Врёшь, паскуда, нету лайков. Иди отсюда. Не хочу с тобой даже дружить. Опять бандит какой-то напротив жить будет. А ну, ходи отсюда. Заколебал. Даже не тусуйся. Это зараза. А кто опять звонит там? И чё тебе надо? А ну пошёл отсюда! Пошёл отсюда! У меня пушка есть. И разрешение на неё. Не стрелять! Пошёл отсюда. Ах, хулиган опять напротив жить будет, твою-то. Смотрите, горы вот такой уж. Опять шумят там, кто там за окном-то шумит, твою мать! Опять ты тут шляп, а ну пошёл отсюда! Что ты тут надо, что тебе тут надо, а? Да тут у тебя магазин просто за домом, я хотел магазин. Нету тут никакого магазина, дальше по дороге, вот туда, прямо иди, вот там магазин, тут никакого там... нету. Да тут магазин, да ты пошёл отсюда, ты меня уже так, бесишь. Ладно, ухожу. Вот, да, вот туда, и вот, да, прямо. Ой, хулиган опять мелкий растет тут. Соседы, вот эти соседы. Ой! Чё там происходит? Хуй бы сосед не услышал. О, сеньор! Твою мать! Это ты опять бандит? А ну вали отсюда! Извини! Ты думаешь, зачем я тут мины... А ну пошёл отсюда! Бандит! Ещё раз придёшь, полицию вызову! Ладно. Чё мне так с соседами-то везёт, а? Арбузы. Сеньор, он такой... Ах, сосед, ты меня уже заколебал, честное слово. Ну давай, рассказывай, как тебя зовут? Тебе легче станет, если я скажу. Да, мне легче станет. Эдуардо Перетьяно. А вас, сеньор? Эдуардо Перетьяно. Меня зовут Пётр. Пётр. Нет, пошутил, меня зовут Жека. Жека, да мне пофиг, давай выбирайся с моего дома, дай мне поспать, пожалуйста. Уйди отсюда. Не-не-не-не-не-не-не. Я тут тебе гараж... Я тебе гараж. Видел твой гараж, вот, значит. Хороший гараж. Ты мне раздолбил весь гараж, там же... Это не я. Конечно, не то. Дай эти двери открой, ты просто уйдешь, пожалуйста. Не, давай рассказывай, что у тебя тут интересного, телевизор показывает. Ой, интересного. Да выруби, башка, выруби. Телевизор, мне нравится, как ты. Выруби, этот конченый. Я тебя сейчас убью. Yes, what? I literally can't even. Me too, girl. No, like literally? Yeah. Like you don't even understand how much I can't even. That's insane. If there's a scale. Ты телевизор поломал. Нет. Это вроде я, никаких доказательств у тебя нет. Может, за камеры такие. Привет. Это я. Какие. Короче, сядь на диван. Ты чай любишь? Чай, кофе? Да, чай люблю, да. Садись на диван, сиди вот тут, я сейчас приду. Ай, заколебал. Че какой? Черный, зеленый? Можно малиновый. Малиновый. Тут такой, тут обычный, только обычный есть. Точно малиновый? Может черный? У меня только черный есть. Ты где? Да, малиновый. Малиновый, я говорю, черный, он говорит малиновый. Сука. Чё ты ржёшь? Ты что, дурак? Ты
Чё жрать-то начал, придурок? Давай я вот с этого момента ещё раз. С какого момента? Я не знаю. Ты чё ржать-то вообще начал? Что стало? Я там каких-то ящиков копаюсь, ты не хочешь? Ты чё мне малиновый идёт? Блядь. Чё мне идёт малиновый? Ой, так, чёрный. Жека или как тебя там? У меня только чёрные есть, малинового нет. Да, чёрный, давай, чёрный, да. Чёрный, ну, значит, чёрный. Чёрный люблю чай, да. Так, один мне, один ему. Так. Давай, напою его чаем, выгоню нафиг отсюда. Я прогулялся решил. Ты где был? Ты в туалете был? Не, в туалете я не был, я там просто покакал на диван. Ты куда полез, а? Что? Я никуда не лазил. Ты мою карту как? Не, никакой карты не было. Чай тебе, да? На, держи чай, кипяток тебе. Кипяток, глаза. Он пошел отсюда, вор проклятый. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Ухожу. Тебе стреляют. Еще раз тебя тут увижу, полицию вызову, понял? Ушел отсюда. Ухожу. Варюга проклятый, а! Чё это за сосед? Чё ему надо? 100% шпион какой-то. А вдруг он все мои секреты узнает? Не, нельзя это допустить. Нельзя ему все рассказывать. Нужно держаться от него подальше. Все, больше не пущу его в свой дом. Шпион проклятый, а! Огарочки, я цветы. Эдуарду Пересьяну, я вам цветы принес. О, сеньора, отстань от меня, паршивец. Отстань, пожалуйста. Эдуарду, я вам принес цветы. Благодарность за то, что вы меня приняли, напоили чаем. Ты за мной... Я тебе не баба, ты за мной ухаживать решил? А ну пошел отсюда. А ну пошел. Не хочу тебя даже... Не. А что это у вас тут такое? Это наряды всякие, можно я возьму сюда? Труселя мои не трогай. Ладно, труселя оставлю. Ушел отсюда. Ладно, забирай вот этот наряд, ушел отсюда. Все, пошел, выходи сам. Это что такое? Там я картошку храню на зиму. А ну пошли. Картошку, Не, лучше пойди. Давай на второй этаж, там у меня плазма есть. Фильмы любишь? Мультики. Картошку люблю. Тут туда нельзя, там картошка, там... А тут что такое? Я картошку хочу, картошку. Нет, сюда точно нельзя. Давай лучше на второй этаж. Пошли вот сюда. Пошли. Тут фильмы крутые есть. Ладно, иду. Тут аккуратно. Тут у меня аквариум. Аквариум. Иди первый. А я боюсь рыб. Да, они не кусаются. Иди первый. Ой! Перелетел! Помогите! Вылезай! Как неваляшка ты! Все, давай, заходи сюда. А там что? Там просто такое. Там всякое, там, короче, там прикольно все. Давай сюда лучше. Сюда. Иду. Какой фильм будем смотреть? Титаник? Давай Титаник. Титаник. Ну, давай вот тут, вот. Вот. Да, ну, давай смотрим. Сосед уснул. Скелеты? Скелеты? Какие скелеты? Ты куда ушел? Ты где? Я знаю, что ты тут. А ну выходи. Выходи отсюда. Тут никого нет. Да. Кто разговаривает, если тут никого нет? Где ты спрятался? Это скелеты разговаривают. Где ты тут нету? Ага, значит. Ну, привет! А ну выходи отсюда. Выходи. Давай, выходи отсюда. Сошел сюда. Все, выметайся отсюда. Выметайся. А что это тут написано такое? Кто такой Игорь? Игорь, бедный Игорь. Сосед мой бывший, он недавно съехал. Давненько его не видел, там пил много, вот поэтому съехал, да. Психушку пацана вот забрали. Сосед, да? Вот этот сосед. В смысле сосед? Я ж... Ты шо? Ты куда садишься? Ой. Ах, ты ж гомосек, еще сосед гомосек. А зачем тебе камера?
Ну, видишь, класс, тут дети учились. Я, короче, преподаватель, они просто непослушные были. Вот и камера, чтобы наблюдать там за ними. А вот такое, вот такое. Ну, давай, выходи отсюда, выходи отсюда. А что тут? Ничего там нету. Чё тебе все интересно? Давай. Ну ладно. Давай, пошел отсюда, пошел. Можно теперь вот картошки? Нельзя картошки, пошел домой, все. Тогда можно еще чаю. Вот, выпьешь чаю, сразу домой пойдешь, обещай. Хорошо. Ну ладно, пошли. Пошли на кухню. Так, а мне можно опять малинового чая? Если будет малиновый. Пошел. Давай я тебя на диване подожду. Ладно, иди. Только там сиди, больше никуда не иди. Да, конечно, я телевизор посмотрю. О, чай. Малиновый. Опять. Черный будешь, малинового опять нету. Малиновый, да. От дебила кусок горю черный, он опять малиновый хочет. Так. Вот на твой чай и давай вали отсюда. А ну, тварь, пошел отсюда! Как ты? А ну, вышел! А ну, зараза, вышел отсюда! А, все, ухожу! Ах, все, нафиг! Еще раз тебя тут увижу! Пошел отсюда! А ну домой! Там! Иди! Ах ты ж! Шпион проклятый! Нельзя, чтобы он узнал мои секреты. Нельзя, чтобы он узнал про моих ночных бабочек мертвых. Нельзя. Секреты!